Друзья, всем привет! Сегодня в зале Верховной Рады очередной зашквар ожидается. Слуга народа в лице главного табачного лоббиста Арахамии пытается протащить законопроект в интересах табачного олигарха Кауфмана, одесского олигарха, который все время сдал аэропорт Симферополя, куда сел российский десант, когда захватывали украинский Крым. Вот в его интересах хотят создать табачную монополию, чтобы он только через свою компанию мог продавать сигареты в Украине. Сигаретная монополия, миллиарды гривен теневой прибыли в интересах Кауфмана Арахамии. Карахами, назовем их так. А законопроект 5719, депутатам уже предлагают по 50 тысяч долларов за один голос по конкретным правкам по этому законопроекту. Я буду ставить на подтверждение, то есть сбивать те правки, которыми из бюджета воруются миллиарды гривен. Просто сегодня.